А перед началом видео хотел бы пригласить вас на проект ArcGuard. Проект, в котором нет ничего лишнего. Все сервера настраивались для комфортной игры большинства игроков. На этом сервере играю и я. Также в честь открытия будет розыгрыш 6 приятных призов. За первое место дают 1000 рублей на счет магазина. Все ссылочки в описании. Всем привет, и я Скиф, это Ark Survival Evolved, дополнение Extinction. И сегодня мы посмотрим на новых уникальных существ, которых завезли в этом обновлении и которые водятся на данной карте. И поверьте, данные существа действительно заслуживают внимания, они реально очень крутые, но, по-моему, немножечко дисбалансные. Но это, как обычно, в общем-то, разрабы, думаю, плюс-минус поправят. И давайте перейдем сразу к первому животному. Это вот такой вот моногарм. Выглядит он очень странно, но круто, стоит отметить. То есть это такой технологичный вариант виверна, кошака и чего-то еще намешали. Тут, в общем-то, много чего намешали. Это абсолютно искусственное животное, безусловно, но очень классное. Во-первых, он достаточно быстро передвигается, что уже само по себе неплохо. Но не это его основная фишка. Безусловно, он умеет атаковать. Но, кстати, атака у него не такая, чтобы уж мощная. Зато он может очень и очень быстро передвигаться за счет вот этих своих ускорений. В воздухе он еще может в стороны мансить, что делает его еще более маневренным, хотя казалось бы куда. Плюс он не получает урона от падений с большой-большой высоты. Для всех этих телодвижений, безусловно, требуется энергия, которую он тратит. Но это не все, что он умеет. Воу, посмотрите, какой красавец. Он также умеет замораживать. У него есть вот такой вот луч, который позволяет, воу, живки смотаться от нас. Стоять бояться. Но вот эту живку мы приморозили. Пока она заморожена, мы можем ее побить, но урона какого-то фантастического у моногарма нету. Опять же, на то, чтобы замораживать, требуется энергия. Замораживает он, как видите, не так, чтобы супер быстро. Если живка пытается как-то уйти, у нее, как правило, это может вполне себе и получиться. Но если животное попадает под продолжительный луч, то, в принципе, замерзает достаточно эффективно. Фармит моногарм мясо. Ну, тут стандартно, как, в общем-то, все хищники. Но то, как он летает, это, конечно, офигенно. Он очень маневренный, очень быстрый. Ну, он скорее даже не летает, он планирует плюс-минус. Причем делает это очень резко. Оп! Такая вот животинка. Теперь давайте взглянем на другую животинку. Это вот такая вот газовая корова. Кстати, сейчас она или... это она! Втягивает воздух. И благодаря вот этому вот втянутому воздуху, эта животинка у нас очень и очень неплохо может летать. Ну, я бы сказал, прыгать. Прыгать на очень большие расстояния. То есть, если мы нажмем пробел, то запустим животинку в полет. Если продолжим жать пробел, она у нас будет стремиться лететь вверх. Если отпускаем пробел, то... соответственно, коровка летит. Чуть-чуть понемножечку тратится кислород. Кстати, коровка вот эта газовая, она получает урон от столкновения с землей. Поэтому летать надо аккуратно, пытаться маневрировать. На С можно вот так вот выдохнуть и упасть на землю. Также мы можем втянуть-втянуть много воздуха и отбросить какого-нибудь врага. Ну или попытаться отбросить. Давай попробуем. На С жмем и оп! Отфутболили вражин. Ну и если что-то идет не по плану, опять же просто берем и делаем по тапкам.
Вот смотри, зараза преследует нас. Немножечко маневрируем. А, нормально. Эта газовая коровка скорее похожа, знаете, на такого слизняка с большого, толстого, жирного и слегка переросшего. Тот же камень, либо же траву эта животинка фармить не умеет. Худо-бедно она фармит, в общем-то, дерево и солому. Вот, соломы понемногу, немножко дерева. Я так предполагаю, будет эта живность использоваться именно для переноса, потому что у них вес достаточно большой, его можно активно прокачивать. Нифига там какие телодвижения вытворяет она. И, соответственно, закидывая в нее кучу всего, можно потом просто отправляться в полет. Вдыхаем. И отправляемся. Но есть в этом обновлении животное и с огромным боевым потенциалом, причем доступное на достаточно ранних уровнях. Это вот этот вот велонозавр, он действительно очень мощный. То есть, ну, во-первых, да, он бегает не супер быстро, его, в принципе, можно в скорость попрокачивать, чтобы на нем передвигаться. У него есть обычная атака, да, у него есть возможность делать вот так вот на правую клавишу мыши, на левую это обычная атака, как я уже говорил, на все эти действия он тратит энергию. Но основная его фишка в том, что он может стрелять и стрелять как сумасшедшие. На С мы можем перевести его в режим турели. И по левой клавише кликая мы просто уничтожаем, аннигилируем все, что движется. Причем в режиме турели он немножечко так передвигается, да? Он еле-еле, правда, идет. Но выйти из турели и перейти в режим турели очень и очень просто. То есть вот эту живку на ранних этапах, походу, надо обязательно заводить. Его может... аргент перетащить, да, где-то его затомить. Потому что в дикой природе просто с ним схлестнуться — это такое себе занятие. Учитывая, как они вот могут шмалять. Просто смотрите, это какой-то нереальный пулемет. Просто, мать ее, жесть. Все, минус враг. Подойдя вплотную к какому-нибудь Дину, мы можем прожать правую. И смотрите, что он творит. Это куча дамага. Если вокруг нас много врагов, да, соответственно, всем врагам просто в щи прилетает. Это, конечно, очень-очень жестко. И дальность тут достаточно-таки высокая у этого пулемета. То есть, смотрите, все, минус олень. Это какая-то реальная имба. Я думаю, его, конечно, будут нерфить. И это, кстати, еще не все его особенности. Он еще умеет переходить в режим турели и, допустим, охранять вашу базу от какой-то там дикой живки, к примеру, да? Да и от людей вполне себе. И тогда он будет стоять и отстреливать ваших врагов, либо там какую-то дикую живку, либо отгребать. Вот это, конечно, внезапно. Так, динозавр, ты не по сценарию работаешь. Что началось? Переходим в режим турели. Иди сюда, детка. Блин. Ты сильный был. Еще в игре появился вот такой вот ленивец-переросток, мутант, гача. Выглядит он вот как-то так. Давайте посмотрим, что он может в плане фарма. Допустим, если дерево, то в принципе что-то фармит. О, волокна много фармит. Прям реально много волокна фармит. Ну-ка, камень ты можешь. Насколько я знаю, он достаточно универсальный парень. Он и камень, и кремень. Ну, не сказать, что супер фантастически, но фармит. Ну-ка дальше. Если, допустим, металл. Ну, металл он не может фармить. Это было бы совсем жестко. Но камень, смотрите, достаточно бодренько подфармливает. Плюс у него... большая ли у него вместимость по весу? Не особо большая. Но... тот же камень, к примеру, в два раза меньше весит. Окей. Допустим, ягодки, еще что-нибудь мы можем собрать. Нет, он конкретно волокно может фармить. Но не это самое крутое в гаче. Ну. Да, он может драться, но что-то как-то не особо дамажит. Кстати, ну-ка.
Да нет, в принципе, убивает мелочь всякую. У нас что на левую, что на правую получаются атаки двумя лапами. На С вроде как ничего у гачи нет. Зато гача — это единственный вид монстров, животных, которые могут производить. То есть у них есть тут вкладочка продакшн, и он может заниматься соломой, кремнем, гемами, глиной, жемчугом. Умеет он, в общем, в производство. Его можно вроде бы качать даже в производство. Давайте-ка посмотрим. Навык изготовления, да, ему можно прокачивать. Офигеть. И это достаточно имбово. То есть он может создавать очень и очень крутые чертежи. То есть, возможно, его тоже будут нерфить. Вообще, вот эта вся новая живка, она немножечко дисбалансной кажется. По крайней мере, на первый взгляд. Да, Гайча? Ты дисбалансный? Вот, по нему не скажешь. Ну и напоследок осталось взглянуть вот на такую вот технологичную сову, которая обладает тоже своими фишками и очень такими ощутимыми. Во-первых, на С у нас есть вот такой вот режим. Такой же примерно как у скаута, да, мы видим в черно-белых тонах все. Плюс у нас подсвечиваются нейтральные животные, которые нас не будут шатать. Красным у нас подсвечиваются те, которые нас, соответственно, будут шатать. Некое такое инфразрение. Достаточно удобно, особенно в каких-нибудь пещерах что-нибудь выискивать, или как-то в PvP это будет использоваться. Соответственно, используется для поддержания этого режима выносливость. Но и это не все. Если мы зажмем правую клавишу, то сова перейдет вот в такой вот оборонительно-отхиливающий режим. И она его может накладывать и на Дина, который вокруг нее. Допустим, подойдем к другим Дина местным и заюзаем этот режим. То есть с радиусом там еще пока что непонятно. Некие моменты могут тут безусловно измениться со временем, да, но их замораживает и их немножечко хилит. Опять же, насколько хилит, пока непонятно. И все это еще может измениться. DLC только вышло, и учитывая, что некоторые тут моменты достаточно дисбалансные, мне кажется, кое-чего тут все-таки еще поправят. Но животное тоже крайне-крайне интересное. Да и выглядит достаточно эпично. На этом всем спасибо за просмотр. Это был некий такой первый взгляд на всю новую живку. Я сюда не включал именно механизированных животных, да, или просто меков, роботов, а вот именно 5 новых уникальных видов живности, характерных именно для этой карты. В общем-то, если вам понравилось, не забываем поставить лайки, подписаться, если все еще нет, и всем всего хорошего. Пока-пока.